Российский рынок телекоммуникационных услуг демонстрирует рекордную за последние 10 лет динамику роста. Одним из наиболее перспективных для бизнеса регионов становится Дальний Восток. Современные решения в сфере IP-телефонии, IT и аудиовизуальных средств связи представила компания IP-Matica на партнерской конференции в столице Приморья. Мы предлагаем комплексные решения, которые актуальны для любой отрасли. При этом мы предлагаем не только готовые решения, но также открыты к разработке новых, построенных на самых актуальных технологиях. А наши партнеры – это прежде всего компании, которые занимаются системной интеграцией, а также операторы связи. Среди наших партнеров в том числе есть крупные компании, которые занимаются продажей компьютерной техники, в том числе и профессионального телекоммуникационного IT, авиаоборудования. Конференцию приурочили к открытию офиса компании во Владивостоке. Дистрибьютор телекоммуникационных продуктов готов участвовать в самых разных проектах – от промышленных до туристических. Владивосток для нас интересен вот и экономическим потенциалом, и, соответственно, возможностью вот эффективно работать в рамках изменений вот перенаправления экономических, торговых и транспортных потоков. И, соответственно, мы видим, что в регионе есть достаточно много крупных компаний, корпораций, которые развиваются, увеличивают инвестиции в регион. В портфеле нашей компании есть решения и для промышленности, и для транспорта, для инфраструктуры, но также у нас решения и для небольшого бизнеса, и для туризма. Нам сложно выделить какой-то приоритетный сегмент, но мы видим, что во всех сегментах, которые присутствуют на Дальнем Востоке, в нашей компании есть что предложить. Помимо готовых решений для бизнеса, специалисты компании обладают и еще одним ценным ресурсом – многолетним опытом работы с восточными вендорами. Сейчас в стране существует тренд «разворот на восток», но мы буквально с первых дней основания нашей компании поставили акцент на работу с китайскими компаниями, с компаниями из Восточной и Юго-Восточной Азии. И уже имеем богатый 16-летний опыт работы с поставщиками из Китая. Мы являемся стратегическими партнерами таких компаний, как Ялинк, Ястар, Майлсайт, Вайтек, ITC и Гигасет. Уже тысячи компаний во всей России и СНГ используют наши решения для развития своего бизнеса. Современные решения в сфере телекоммуникаций позволяют улучшить качество обмена информацией и скорость принятия решений, повысить производительность труда и в конечном итоге способствуют росту экономики региона.